всем доброе утро. Дождик начался. Время сейчас 8 утра. Мы встали вообще с Ваней очень рано. Давай, я буду держать тебя. Без 27. Как-то не свойственно для отдыха. Ну, вот так у нас. Ну, что ты так пессимистично? Все нормально будет. Дождик кончится, мы пойдем гулять. Нет, тепло. Я тут Ване сразу олимпийку напялила, наверное, сейчас снимем. Так-то тепло. Ну, мы взяли с собой и штанишки, если что. И куртку джинсовую я взяла ему. И пацаны тоже свои толстовки взяли. Привет. У нас тут... Нет, люди идут на пляж. Я бы не сказала, что прям холодно. Нет, когда я вышла... Когда я вышла, вот около 7 было, вот на этот, на балкончик. Прохладно, да, было. Кирюшу еле добудились. Говорю, Кирюш, вставай уже, сколько можно в номере сидеть, пошли куда-нибудь. Угу. Ну и время-то еще 9 только. Кирилл, ты, может, тоже свою толстовку свернешь и в этот, в коляску туда вниз, как Никита? Сколько сейчас? Нет? Сколько? Не мешает она тебе скакать? А сколько сейчас градусов? Не знаю. Какая разница, тепло же. Мы ни времени не наблюдаем, ни сколько градусов вообще. У нас даже часов в номере нет. Только когда ночью уже ложимся. Да, вот, но и то, я вчера даже не знаю, во сколько мы легли. Мы пришли с прогулки. Перекусили часов мы. 11 плюс-минус мы пришли. Да, мы с собой взяли в номер там шаурмы. Перекусили и все, и спать, и отрубились все. Я, мне кажется, даже раньше, чем Ваня уснула. Ну да, игрушка. Мы подумали, что что-то живое. Это, говорит, мышь, мышь, это не мышь это. Круг? Давай дойдем до этих, до сумок. Кирюша хотел поясную сумку. А вот тут мы едем. Ну, реально, да, чем дальше от набережной, немножко вон туда завернешь за поворот, и там подешевле и круги, и поясные сумки, все, что хочешь. Цена меньше. А все, что ближе к морю, все дороже. Вот здесь, получается, от набережной отходишь, и вот такой вот ряд, где тоже все продают. Бравл Старс? Ну, ищи. Вот она. Вот она? Ну и все, бери, значит, ее. Все, мы решили авокадо взять. Ваньку вот такой вот взяла круг. Мы потому что свой дома оставили. У нас такой же с ножками есть, только просто желтый. Кириллу арбуз, а Никита выбирает себе очки с носом. Чтобы нос тоже был закрыт. Косточки надо вытащить. Набрал себе всего фруктового. И арбуз, и авокадо. Купила себе, смотрите, какой ободочек классный. Я вообще люблю такие штуки. Ободки, различные повязки вот такие вот, такого рода. Смотрит, не догоняет ли меня никто? Иди, Никита, не догоняй меня. Вот это, Кирюш, у тебя чебурек. Полотенце целое. Ванюша у меня спит уже, получается, 1,5 часа. Я здесь сижу на набережной. Смотрите, какие тучи. Но пока погода хорошая, надо пользоваться моментом. Пацанов я проводила до номера. Не захотели они со мной просто сидеть. Но мы уже везде здесь полазили. Пусть ребенок отдохнет. Ну и они там тоже захотели в телефонах посидеть. Потому что возможность в телефонах у них есть сейчас посидеть только перед сном. Мы везде где-то лазим. Там наша тетя Юля с Софийкой идут. Мы с Ваней сейчас ходили опять в парк, ну, с Софией и Юлей. Ванек поспал, и мы туда сразу рванули. Там не на батутах, а вот, знаете, такие горки и бассейны с шариками. Вот там Ваньку понравилось очень. А я телефон оставила пацанам, чтобы зарядить. И сейчас идем мимо по набережной, а там такие волны. У нас, кстати, Юля мальчишкам позвонила сразу. Они вышли, я говорю, пошлите смотреть, смотрите, насколько народу, и все стоят, смотрят, фоткаются. Я говорю, пойдемте посмотрим.
А нельзя, все, закрыли пляж. Там домики. Вот здесь, смотри. Все видно. Сейчас отнесут наши круги. Тетя Юля, там бассейна нет. А сами мы пойдем. Я вообще думала, в столовую пойдем. Они нет, мы не хотим кушать. Сейчас, может, уговорю по дороге. Ну что, мы в столовую-то пойдем? А пора бы уже. Так и не уговорила я своих в столовую зайти. По мороженке. И все. Но я же их насильно не потащу туда. Завтра, говорит, мам, мы с утра или в обед точно пойдем. Кусочничаю это все. Это мы сейчас к сестре в гости идем. Сходили до Пятерочки, купили опять воды 5-литровку. Это вторая 5-литровка уже. Мы переливаем потом в литровую бутылку и с собой носим. Потому что на набережной вода стоит от 80 до 120 рублей. Не напасешься. Нормально? Да, теплое? Ну, здесь вообще тихо, не витринки. Мам, только учитывая то, что сейчас творится на набережной. Мам, ну что, ксюшки? Нет. Во-первых, плавки надо сначала. Где? Иди. Давай, катай. Катай, катай. Я тоже вам сейчас прыгаю. Давай. Давай, кота, давай. Вот так же кота, давай. Отлично. Три кота, три хвоста. А, что? Сейчас достанет. Доброе утро. У нас уже третий день отдыха. Тот день, когда мы блуждали по вокзалам, мы не считаем. Ночью у нас был такой ливень вообще. А у нас получается же сразу крыша, то есть второй этаж. По крыше так стучало. Сильно, прям стеной. А сейчас опять солнышко. Ну, пляж-то по-любому закрыт. Но мы идем гулять. Я вообще не сторонница отдыха просто валяться и загорать. Я люблю ходить. Везде ходить, и много. И мы сейчас очень много ходим. Жаль, я забыла свои смарт-часы. А то бы я так могла посмотреть, сколько я находила. Так, наши родственники спят. Сколько я находила вообще за эти дни? Ну, мы сейчас им напишем, если что, они к нам присоединятся. У меня сестра, получается, у нас 13-й дом, а у них 5-й. Вот так живем рядышком. Смотрите, какой Ваня у нас красавчик. Вот. Он всех своих друзей с собой таскает. Одного только красную машинку оставил в дом. Сейчас идем, и там мороженое продают, и мы вспомнили. Вчера бежим домой, когда дождик начался сильный, бежим домой, и пара нам навстречу бежит. Ну, парень с девушкой, и кричат: вы не знаете, там мороженое еще продают, дождь такой. Они за мороженым бегут. Мама говорит, они всю ночь здесь стояли. Мы уходили, все стояли здесь, фотографировали. Пришли опять то же самое. Море все волнуется. Не то, что море волнуется раз, а уже раз, два, три. Мы дома только кофе попили, и Ванюша поел кашу, такую вот фрутоняня, которая. Сейчас пойдем в столовую. Там напротив парка есть отличная столовая. Мы вчера с сестрой туда заходили. Мне очень там понравилось. Ну и цены такие, знаете, достаточно приемлемые. И как раз напротив парка. Мы как раз хотели туда сходить. И везде вот такие мешки наложили. Похоже на пуфики. Да, Кирилл говорит, похоже на пуфики. А вот парк, вот сюда заходим, Кирюш, вот в этот вход. И там чуть-чуть подальше, там скейт-парк. Так, дошли мы до этой столовой. Ну, салаты вы точно не будете? Вон запеканка есть. Нет.
Вот. Запеканка. Пончики. Что еще? Яйца есть вареные. Там еще. Ну или там. Пить что будешь? Ну, сок, чай, компот. Я чай буду пить. Чай. А сок? Все. Там есть умывальник, если что, но не захотели идти. Стесняются пока. Никита какао захотел, а не чай. Передумали. И Кирюша со сгущенкой запеканку. Мы просто с Ваней запеканку без всего, потому что я знаю, что он не будет ни сметану, ни сгущенку. Никита пончик. Сейчас перекусим и пойдем в парк. Игра продолжается. Вот парк прямо напротив. Очень удобно. Скейт-парк сейчас покажу. Листья прям как будто воском помазали. Вот площадка, где мы вчера с Ванюшей были. Вот этот вот домик ему особенно понравился. Там хотя бы я пролазю везде. Вот здесь вот. Вон скейт-парк, только я не знаю, как туда заходить. Вон вдалеке. Надо узнать, как туда заходить. Сейчас Никита сходит, узнает, как туда пробраться. Будете по очереди на самокате там кататься. О, здесь вода везде. Угу. Ну, это открытый домик. Сейчас сюда и пойдем. Ага, нет, закрыто. Наверное, еще нельзя сюда. Ладно, сейчас найдем, куда можно, куда нельзя. Там вот был по дороге еще такой же домик, куда можно. Работник парка сказал, что в скейт-парк можно просто так заходить. Мы просто искали. Не, ну мы просто искали. Я думаю, может, кому-нибудь заплатить надо, чтобы вы там какое-то время провели. Нет. Это все-таки парк. Сюзерен то же самое. С аттракционами. Да, лужи только после дождя. А мы с Ванюшей пойдем найдем бассейн с шариками. Здесь только большие детки. Собьют ребенка. Сейчас другой найдем. Решили в пингвинарий сходить. Сейчас я узнаю, сколько билетов. Ванек бесплатно. Так, получается на Кирилла 200 рублей, на нас с Никитой по 400 рублей билеты. Так, вспышку только отключать нужно, если фотографировать. По первому этажу мы пока на коляске здесь покатаемся, а на второй пойдем уже без. Во фраках. Как плавают? Плавают, да? Да. На самом деле большие. Плавают птички. Кар-кар. Птички. Плавают. Купи-купи делают, да, они? Как Ваня. А здесь кто? Обезьянка. Пойдем. Смотрел? Сейчас мы прочитаем. Это морской котик? Да. Северный морской котик. Че, пойдем на второй этаж? Я на свой-то не снимаю. Я тебе потом скину кадры. А где наш Никита? Никитушка, пойдем. Это дикобраз. А вот написано, смотри. Пушки нету. Дикобраз. Да, удав. Удав написано. Никита говорит, мам, мне неприятно, говорит, на змей смотреть. Зато вон где черепашки. Где черепашки? Нашли? Здесь варан. Вот. Вон, смотрите. На этом. А тут змея. Черепашки. Так. Красноухая. Да. Красноухая. Да, у нее действительно вон ушки красные. Вон эти ушки красные. Черепашки. А вон макака кушать сейчас будет. Кушать будет. Так, в дельфинарий, наверное, в следующий день, потому что смотрите, какая очередь.
Вот это горилла. Друзья, лабиринт страха и комната смеха. Пойдемте к нам. Самый большой лабиринт страха на побережье. Комната сначала смеха, испугаться, потом посмеяться. Друзья, не проходите. Кирюш, тяу. Вон твой. Тяу. Тачки Маквин. Он в детстве называл Маквина тяу. Где прошли мороженое? Вон там есть еще такие же шарики. Там просто они не стали брать. Сейчас другое найдем. Вон, смотри, вон еще мороженое. Идите, выбирайте. Два шарика я съем, а вот самый там нижний, он пломбирный просто. Да, Ванюш, мама тебя оставит сейчас. Ну на, чуть-чуть лизни. Ой, немножечко. Ой. Да, вкусно, да? Вкусно мороженое, вкусное. Ваня, вкусно. На, еще чуть-чуть, один раз. Ой, чуть-чуть. Вафельку мама тебе оставит, и там немножко мороженого. Ну на, чуть-чуть. Мне кажется, Ванюша уже спать хочет. Да, да, по маминым ножкам. Давай, пойдем гулять. Может, заснем? Мороженое наелся. Немножечко, да, перекусили. Пойдем. Давай, пошли. Чего? Что-то там покупает себе. Мы его ищем. Ванюк потерял свой тапок. Хорошо, добрые люди нас догнали. Говорят, ваш второй тапочек, он там на заборе висит, мы повесили. Никак не заснет. То собака залает, то машина какая-нибудь громкая проедет. Все интересно, вылазим сразу. Ну, сейчас на набережную выйдем. Там, наверное, и заснем. Вечная проблема. Уложить днем ребенка. Но если он днем не поспит, то он может потом в 8 часов вечера вырубиться. А это значит, его надо будет сразу перекладывать. То есть мы стараемся дома засыпать. Не где-то там вот бродить вечером, и чтобы он заснул в коляске. Потому что там лестница. Мне потом очень тяжко его на лестницу поднимать так, чтобы он не проснулся. Гуляем по улочкам. И вот набрели на сквер Адаевского. Такой небольшой, да, скверик. Смотрите, какая красота. Что-то на богатом написано. Красиво плывут. Вон та группа в полосатых купальниках. Холодно. Все, давайте вылазить. Солнышко уже ушло. Вечерняя прогулка. В бассейне накупались. А тебе плохо не станет? Сядь. Вот. Теперь спускайся. Вчера он здесь катался.
Вставай! В носках, Кирилл, ты в носках будешь скользить. Лучше снять носки. Ну, как, нормалёк? Наконец-то открыли любимую клетку. Мы пока с Ваней там развлекались, они на американских горках катались. Кепки там. С дядей Юлей, с дядей Ваней. И кепки там оставили, сейчас побежали их забирать. Ха-ха-ха!